Всем привет! Вот мы с Ниной приехали посмотреть машины. Здесь на улице стоят такие бэушные, потому что наша внучка учится на права сейчас. Она еще учится аусбильдинг делать. Ну, это как учится на медсестру пока. И вот она сдаст, когда родители говорят, помогут ей купить машину. Ну, такую недорогую. Ну вот мы решили с Ниной выйти посмотреть, что есть. И что сколько стоит. Ну это, конечно, дорого. 79 тысяч, что ли. Volkswagen автобус Multivan. 79 тысяч. А ну это новый. Это не это. Наверное. А этот... Тоже 78 880, пробег 358 километров. Не, это сильно дорого. Вот BMW такой здесь есть. BMW. У него 63 739 тысяч. А цена бешеная, извините. 39 880. А год выпуска не вижу. Даже не стоит. Коробка автоматик. А какой год не стоит? Это ж надо. Ну ладно. Да, это дорого сильно. Очень дорого. Вот такой дом на колесах еще. Ну это вообще что-то. Ой-ой-ой, какой здоровенный. О, классная тачка тоже. Это у нас Audi Q4 Quadro. 85 880. 2500 пробег. Ой-ой-ой-ой-ой. Извините. Да, я думаю, что здесь... Здесь уже еще пошли, что не продается. Надо идти на территорию. Зашли на территорию. Здесь такой вот жук стоит. Без номеров. Интересно что-то. Смотрите, у него эта труба воздухозаборника высока, как будто ему по лужам ездить. По глубоким. Без номеров. Интересно. Да. Интересно, вот тут сколько машин бэушных. Ну, сейчас посмотрим. Но мне кажется, здесь ничего не найдешь. Все стоит бешеных цен. Вот Audi 48 тысяч. Да что это за цены? Слушай, а? Ну вот хорошая Влади. Джип. О, 16 да. тысяч всего. Жив? Да, посмотри, пробег у него сколько? О. 16 808. Да, и пробег. Джип Компас 1.4 двигатель. 58 тысяч пробег. 2003. А нет, а год 18-го года. Слушай, ну да. Автоматик, Владик, он это. Коробка у него. Хорошая цена, в принципе, ну. Дороговато, но... Ну, 18-й год. Ну, с другой стороны, да. Только. Хорошая машинка, но 17 тысяч нормально. Это, конечно, будет дорого. Даже цена 39, по-моему, или 29. Вот Hyundai небольшой. А ну-ка он. А ну-ка. 13. 13 880. Ну, автоматик, слушай, 20-го года. Ну, почти новый. Год ему все, январь 20-го. 18 прошел. 18 тысяч пробег. Ну, он за 13 отдаст. Ну, да, вот такой хундайчик можно, да, было бы. Ничего. Видеть, да? Автобусик здесь. Автобус нам не надо. 73 тысячи, вот. Цены бешеные. Мерседес. 25, автомат, наверное. Да, автомат такой же, как там стоял, слушай. Пробег у него. Нет, этот не такой. Ну хороший, слушай. 31 тысяча 16 года. Но еще куда ни шло, 26 тысяч.
Ну, это, конечно, все. Вот смотрим, это все дорого. Ауди белая. 38 тысяч. Вот еще хундайчик. Ну вот, для нее бы такая вот небольшая, было бы, конечно, неплохо. Только все. А это автоматик. Где ты видишь? Вот написано автоматик. А что, я так посмотрела? 14 тысяч. А точно автоматик, Вадик. 10 с половиной тысяч пробег 19 года. Да, вот это и цвет ну, хороший вот это неплохая, для девочки. Да. Сама то, да? Дома потом покажем. Нет, поговорим. Ты сними, покажи. Ей надо да, показать. Я вот снял. Сейчас я тогда эту сниму еще. Да цена здесь шей. Все. Блин, это четырехдверный, Владик. Ну, так бы неплохо. Хундай неплохой машина. Ну, неплохие. Новые. Вот. Пежо. Ну, это дешевый, наверное. 11, 10 с половиной тысяч. А сколько ему год какой? 10 480, 14 года 109 тысяч пробег. Тоже автомат. А тут ретро вроде, хочешь снять? Сейчас ретро сниму. Мерс такой старый. Ага. Вот тоже мерс. Мерс. Из Сербии. Сербские номера на нем. Да. Интересно. Да, какая-то старинная. Цен нет, жалко. А сколько этот Hyundai прошел, Вадик? Что-то 10 тысяч. Вот тоже какая ретро автомобиль. Ты посмотрите. Да, интересно. Ну-ка заглянем. Он двухместный, нет, он, наверное, мощный капитальный. Коробка автоматическая у него. Да, интересно. Ну, дальше мы, наверное, не пойдем. Уже там дальше все хуже и хуже машины. Вот, вот небольшой стоит мерсик, по-моему, что-то. Или это Фау, нет. Это старое. Нет, дальше мы не пойдем, там они. Всякая ерунда. Ну, примерно вот так вот посмотрели. Все понятно. Сейчас какой-то тоже непонятный. Кузов низкий, колесики интересные, что-то такое. Это тоже продается, апелечек. 1680 стоит. 2003 года. А сколько пробег не написано? 2003-го это что ему? 19 лет, Владик. Ну. Нифига, апелёк. И вот тоже вот продается. 1199 Рено. 2002 года. Ну, короче, найти сейчас машину очень тяжело, цены недорого. Подняли ужасно. Цены такие, можно сказать. Тут BMW, это все, конечно, очень дорого, 19, почти 20 тысяч, это у нас Volkswagen Tiguan, 37 тысяч, это все очень-очень дорого, не подходит нам. Это тоже, это вот Opel Corsa, ну, неплохая, вот Hyundai неплохой тоже, сейчас посмотрим. 12 880, 482 километра 21 год. Этого года стоит. Что-то какая-то туфта. Февраль стоит этого года. Как он может быть февраль? А, 21-го, наверное. Ну, да, сейчас 21-й, сейчас же 22-й. Не автомат. А там был автоматик, да, Hyundai? Нет, это коробка. А, ничего. Найти, вот, правда, смотри, вот в самом деле очень красиво. Трудно сейчас найти что-то. Вон тут Hyundai. Такой голубой.
Это все. Да вот еще какая-то небольшая. Вот смотри. Хорошенькая, симпотная. Глянь, какая машинка симпатичная. Как типа спортивная. Вот, ну, так бы неплохо для ходить. Девчонки. Двухместная. Сама то. 20 тысяч. Ну это дорого, конечно. Да, жук. Ну, ничего мы, короче, не нашли. Ну, еще будем с Ниной ездить, смотреть, где что попадется. Мы еще проходили мимо, увидели. Мне так понравился вот такой вот мотоцикл. Как вам? Это вообще что-то. Ой-ой-ой. Харлей Дэвидсон. Да. Красота, конечно. Офигенно. Но он и стоит. Я думаю, что ой-ой-ой. Ну, вот на этой ноте мы и закончим. Всем пока.